Проект «Аквамама» начал действовать в нашем городе осенью 2019 года. За пару месяцев он собрал множество поклонниц со всего Нефтекамска. Будущие мамы признаются, что занятия в бассейне делают их будни ярче и позволяют облегчить бремя ожидания малыша. Я хочу ходить до конца беременности. Почему для вас это так важно? Ну, в воде не чувствуется беременности, никакой тяжести. Ну, как бы очень хорошо себя чувствуешь, легко, ничего не мешает. Настроение поднимается, заряд на целый день. Врачи будущих мам поддерживают и приводят свои аргументы в пользу занятий в бассейне. Хотелось бы сказать, что существует два вида спорта, которые воздействуют на все виды мышц. Это бег и плавание. Конечно же, бег – это для беременных противопоказан, а вот плавание очень даже желательно. И оно будет желательно, если его модифицируют именно в акваэробику для беременных. Занимаясь акваэробикой, беременные могут дозированно нагружать отдельные части тела – ноги, руки, брюшной пресс. Все упражнения девушки выполняют под присмотром инструкторов с медицинским образованием. По их наблюдениям, занятия всегда проходят на позитивной ноте. Они себя очень после бассейна комфортно чувствуют и говорят, что все хорошо спят. Даже для этого некоторые приходят с удовольствием работать с ними. Мне очень нравится. Почему? Ну, я не знаю, может быть, то, что атмосфера такая. С ними очень приятно работать. Настроение повышается. Очень сильно, да. Я прям с удовольствием хожу. Стать участником проекта «Аквамама» довольно прост. Для этого дамам в положении необходимо проконсультироваться у своего врача. Если противопоказаний нет, то можно смело отправляться в бассейн. Символическая плата вносится лишь за работу инструктора. Врачи рассказали, что планируют внедрить проект «Аквамама» и за пределами Нефтекамска. Возможно, в ближайшем будущем он будет реализован и в городе Агидель. Лариса Миронова, Валерий Зазулин. Информационная программа «Время новостей».